кубрике да Винчи нашим игрокам нужно будет ответить на 6 вопросов. Ну что, проверим жителей и гостей города на знание школьной программы и логику. Как называется массовая рассылка людям, не жаждущим ее получить? Спам. Как называется массовая рассылка людям, не жаждущим ее получить? Спам. 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 Назовите 5 дней, не называя чисел и названий. Сегодня, завтра, вчера, позавчера, послезавтра. Будний. 5 дней не называй. Это как? Не знаю. По-другому, что без. На русском нить. Не знаю, вопрос куда. Как правильно, шарфы или шарфы? Шарфы. 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 Продолжите фразу. Где родился? Там и пригодился. Такие легкие вопросы. Не знаю, честно, даже никаких идей нет. Продолжите, где родился? Там и пригодился. Какой подарок сделали родители дядя Федора почтальону Печкину? Велосипед. Правильно. Велосипед. Велосипед. Переведите на ингушский язык фразу. Умному весь мир родина. Можно вот так сказать. Хэклдочин, я дригденещий мохпа. Хэклдочин, дригденещий мохпа.